Все вы знаете это место. Сколько бабок берут, да, не вот этого элементарного просто обычного не могут сделать, да, покрасить здесь. Вот этот весь пятак такой грязный. Пыль здесь, грязь. Можно же где-то покрасить, привести в порядок просто, например, да. Я понимаю, да, это дорога, да, как бы здесь пыль, столько машин проезжает, но все-таки бабки же берут же за это, за то, что мы катаемся по трассе. Просто такая грязь здесь, я дальше не буду, наверное, ходить, в принципе. Пожалуйста, покрасьте руководство Казавтожола здесь, приведите в порядок. Потому что так вот, когда заезжаешь, например, да, в Конаев, в Капчагай дальше едешь, ну это лицо, наверное, визитная карточка нашего Алматинской области все-таки. И так не должно быть. Помойте здесь, покрасьте, пожалуйста. К примеру, да, вот здесь обшарпано все. Некрасиво, так грязно, пыль. Это же элементарные вещи. Вот бабло заезжает сюда, смотрите, каждый день, ежесекундно здесь проходят деньги. И не могут здесь элементарного сделать просто. У нас конец апреля, и вот платная дорога, да, на Алматы-Кунаев, например, да, с Алматы до Капчика. Где-то примерно за год компания зарабатывает, ну, приблизительно, где-то 1,5 миллиарда, где-то вот так вот, по-моему. И смотрите, ни одной полосы. Вообще вот, ну как бы едешь, где-то есть, где-то нет, и ориентируешься примерно по просто центру, правая, левая сторона, ни полос, ничего, и вот за это еще мы башляем бабки, представьте, да? Ну, не знаю, у нас такая природа, наверное, скорее всего, просто, как знаешь, как просто платить и все, и не требовать. Такой у нас положняк, такой менталитет, по-моему, стал.